Беседа 40-я. Бытие 17:15. Предложим вам ныне остатки вчерашней трапезы и окончим слово именно о благословении, обетовании, которое Бог всяческих даровал праотцу. Но, слыша об остатках трапезы, не предполагай тут ничего чувственного. Остатки духовной трапезы не то, что остатки от яств. Последнее, теряя свежесть, уже не имеет никакой приятности для вкушающих. А если будут оставлены еще на один или два дня, то делаются совершенно негодными. Но остатки духовные хотя бы оставлены были не на один только или два дня, а на самое продолжительное время, приносят всегда одинаковую пользу и не теряют своей приятности, потому что они божественны и духовны, и от времени не теряют никакого вреда, не терпят, а напротив, каждым днем дают чувствовать в себе новую сладость, и желающие вкушать их доставляют великое и полное удовольствие. Если же таково свойство этих остатков, то и вы, конечно, пожелаете насладиться ими, и мы, уверены в их пользе, предложим их вашей любви. Но чтобы настоящая беседа для вас была яснее, нужно припомнить конец сказанного вчера слова, и в связи с тем приступить к дальнейшему поучению. Мы изложили заповедь Божия об обрезании, именно слова Божии к праотцу. «Обрежь всякий мужеский пол ваш, и будет это знамением между мною и вами. И всякий младенец 8 дней мужеского пола да будет обрезан, а всякий, кто не будет обрезан, истребится душа та из народа». Здесь, на слове об обрезании, мы окончили поучение, и чтобы не тяготить вашего ума множеством сказанного, не стали продолжать доли беседы. Мы ведь не о том только заботимся, чтобы сказать много и с тем уйти, но желаем соразмерять учение слова с вашей силою, чтобы вы все отходили в свои домы, получив хотя какой-нибудь плод от наших слов. Итак, продолжим, что следует после сказанного вчера, и посмотрим, что после заповеди об обрезании говорит праотцу человеколюбец Бог. «И сказал Бог Аврааму, Сара, жена твоя, не будет называться более Сарою, не называй ее Сарою, но да будет имя ей Сарра. Как тебе, говорит Бог Аврааму, через приложение буквы я назнаменовал, что ты будешь отцом многих народов, так подобным образом и к имени Сары прилагаю букву, чтобы ты знал, что теперь наступает время исполниться прежним многим обетованием. И сказал Бог Аврааму, я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее и произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Для этого я делаю прибавление буквы, дабы ты познал, что все сказанное мной непременно сбудется. И не отчаивайся, смотря на немощь естества твоего, навзирая на величие силы моей, твердо уповая на слово мое. Выше естества человеческого было такое обетование, и подобно тому, как если бы кто обещал из камней сотворить людей, действительно, в рассуждении чадорождения нисколько не отличались от камней ни праотец, ни по старости уже бессильный и деторождение неспособный, ни Сара, кроме неплодства, бывшая также в преклонных летах и старости. Впрочем, праведник думал, что данное прежде Богом обетование должно исполниться на Измаиле, так как сказано было только «Тебе и семени твоему дам землю сию», а не показано, что эти слова относятся к сыну, имеющему родиться от Сары. И потому-то праотец сам почитал обетование уже исполненным. Теперь же, слыша такие слова от Господа Бога, «Благословлю ее и дам тебе от нее сына», праотец не знал, что сказать на это, а как муж благочестивый, он не мог не веровать словам Божиим. И смотря на свои преклонные лета и на неплодство Сары, продолжавшееся до такой глубокой старости, впал в недоумение и изумление такими обетованиями. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летняя, неужели родит?» 436. Понимая все величие обетования, помышляя о всемогуществе обещавшего, Авраам пал на лицо свое и рассмеялся. То
то есть возрадовался. Но по соображениям ума он мыслил и то, каким образом сделается это изменение в порядке человеческого естества. То есть, что у столетнего человека родится сын, и жена неплодная, не рождавшая даже до 90 лет, внезапно делается способной к деторождению. Но размышляя так в уме своем, ничего подобного не дерзнул он высказать на словах, а только выражая свою признательность, он молил Бога об Измаиле, как бы говоря: «Господи, ты довольно утешил меня, и скорбь о бесчадии дарованием Измаила обратил в радость. После того, как он родился, мне никогда уже и на мысль не приходило, и я никогда не думал, что мне будет еще чадо от Сары. Да и сама она этого не ожидала, почему и рабу Агарь передала мне, уже оставив всякую надежду на саму себя. Оба мы получили достаточное утешение, когда родился Измаил. Да будет же этот, данный нам от тебя сын, жив пред тобою, и мы будем иметь достаточную отраду, и жизнь его утешит нашу старость. Что же, человеколюбивый Господь, так как он в продолжении столь долгого времени уже достаточно испытал благочестивую душу праведника и веру Сары, и видел, что оба они потеряли на себя всякую надежду, один по старости, а другая помимо старости еще и по неплодству, то и говорит: теперь это кажется для вас совершенно невозможным. Но для того-то я так долго и медлил исполнение обетования о рождении сына, чтобы показать, что дар, ниспосылаемый мною, есть выше человеческого естества, чтобы и вы, и все другие из этих опытов познали, что я владыка природы, и что она моей волей управляется и повинуется моим повелениям. Если я из несущего произвел ее, тем более уже существующую и поврежденную могу исправить. А для уверения твоего слушай, ободрись и удали от себя колеблющиеся в уме твоем помыслы, убедись вполне от слов моих. Вот Сара, жена твоя, которой ты думаешь, что по неплодству и по старости она уже не может рождать, родит тебе сына. И чтобы ты нисколько не сомневался, вот я скажу тебе наперед и самое имя будущего сына. Ты назовешь его Исааком. Бог же сказал Аврааму: именно жена Сара твоя родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. Это именно тот, которого я обещал тебе с самого начала. На нем-то исполнится мое обетование. Поэтому я и говорю тебе наперед не только то, что он родится, но и то, как ты назовешь его, и то, что с ним будет, и положу завет мой, и не с ним только, но и с семенем его после него. Потом, всегда щедрый в дарах и исполняющийся преизбытком прошения наши, Господь возбудил дух праведника своими обетованиями, сделав этого старца, можно сказать, юным, и как бы уже мертвого оживотворив своими словами, умножает ему свои благодеяния и говорит: «И то, что я обещал тебе, сделаю, а вместе с тем и прошение твое о Измаиле исполню. Я услышал молитву твою», — говорит, «я Измаиле услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма, весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ». Так как он, говорит Бог, есть семя твое, то я возвращу его. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, сие самое время на другой год. Посмотри же теперь, возлюбленный, как праведник в одно мгновение получает награду за все прежнее время и исполняется слово, сказанное от Христа ученикам: «Всякий, кто оставит отца или матери, или дом, или братьев ради меня, то получит во 100 крат больше и жизнь вечную». В самом деле, подумай, как этот праведник, с готовностью повинуясь повелению Господа, оставил собственное отечество, предпочел чужую сторону родной, как показал он в себе великое терпение, и мало-помалу вошел на необычайную высоту добродетели. И зато столько прославлен, что потомство его стало равно множеству звезд. А если рассуждать основательно, то он получил не только во 100 раз, но и в 10 000 раз более.
Если же он здесь удостоился столь великих наград, то какое слово может изобразить уготованное ему благо там? Впрочем, сколько возможно, и это в слове покажем. В самом деле, когда слышишь, что все праведники с того времени до ныне до последних времен молятся о том, чтобы вселиться в недра этого праотца, то можно ли представить славу больше этой? Видишь ли, как много значит терпение, что значит добродетель, что значит благочестие и великая признательность к благодеяниям Господа. Вот за то, что Он жертвовал собой во всякое время, все принимал с благодарностью и приятное, и неприятное. Человеколюбивый Бог, наконец, и даровал ему высшее из всех благ, и для самого праведника наиболее вожделенное. Посмотри, как Бог искушал добродетель праведника в продолжение 24 лет, потому что в то время, как повинуясь повелению Господа, он вышел из Харана. Ему, как сказано, было 75 лет. А теперь, когда услышал это обетование, ему наступил уже 100-й год, 438. Слыша это, возлюбленные, научимся иметь великое терпение и никогда не ослабевать и не унывать в подвигах добродетели. Будем знать, что Владыка наш, щедрый и многомилостивый, воздает нам за малые труды великими наградами, и что Он не только в будущем веке уготовляет для нас бессмертное благо, но и в настоящей жизни, утешая нас в немощах естества нашего, подает нам многие дары. Вот и этот праотец в продолжении показанного времени потерпел немало скорбей, хотя каждый раз скорбь его соединялась с утешением. Господь всяческих, имея попечение о наших немощах, не всегда ведь попускает терпеть и скорби нам, чтобы они не слишком отягощали немощь нашу. Напротив, Сам скоро подает нам свою помощь, укрепляя наше сердце, ободряя дух, равный в благополучии не всегда оставляет нас, чтобы мы, сделавшись беспечными, не склонились ко злу. Природа человеческая, когда наслаждается слишком много счастьем, забывает благородство и не удерживается в своих пределах. Потому-то он, как любвеобильный отец, порой снисходит к нам, а порой наказывает нас, чтобы таким образом управить нас ко спасению душевному. Подобно тому, как врач, когда лечит больного, не всегда томит его скудной пищей, но не всегда позволяет и наслаждаться обильно яствами, чтобы многоедение не произвело воспаление, через то не усилило болезни. А с другой стороны, чтобы постоянно скудная пища не ослабила его еще более. Но располагает свое врачевание, соображая состояние и силы болящего, и с отчаянием употребляя все свое искусство. Так точно и человеколюбец Бог ведает, что каждому из нас полезно, иногда дозволяет нам наслаждаться благополучием, иногда же подвергает нас искушениям. Если искушаются люди добродетельные, то через искушение они являются еще более славными и приобретают свыше еще большую благодать. Если же подобные нам грешники подвергаются искушениям, то с благодарностью принимая наведенные на них искушения, они слагают таким образом с себя тяжкое бремя грехов и получают во многом прощение. Поэтому умоляю вас, зная благопромыслительную премудрость врача душ наших, не будем испытывать судеб его, если наш разум не может постигнуть их, то тем более будем благоговеть пред его судьбами и за все прославлять его. Именно потому, что имеем такого владыку, которого промысел не может быть обнят никакой мыслью, ни вообще разумом человеческим. Притом мы и сами не так хорошо знаем, что для нас полезно, как он знает. И не столько сами мы заботимся о себе, сколько он печется о нашем спасении. И все творит и совершает так, чтобы только вести нас к добродетели и исхитить из рук дьявола. И когда он видит, что счастье не может принести нам пользы, тогда как наилучший врач, который, заметив, что кто-либо от пресыщения тучнеет, возвращает тому здоровье через воздержание, подобно тому и дивный врач наших душ, наведением хотя немногих искушений, дает нам чувствовать вред, какой мы потерпели бы от постоянного благополучия. А когда видит, что здоровье душевное довольно уже восстановлено,
тогда собственной помощью избавляет нас и от искушений, и преизобильно являет свое о нас промышление. Итак, если люди добродетельные впадают в искушение, то пусть не смущаются духом, но пусть тем более питают себя утешительными надеждами, что через искушение уготовляются для них венцы и награды. Если же подвергаются скорбям живущие во грехах, пусть и они не отчаиваются, зная, что искушения во всякое время могут послужить к очищению грехов, если только все случающееся с нами мы принимаем с благодарностью. Признательный раб должен благодарить своего Господа не тогда только, когда наслаждается беспечальной жизнью, но показывать тоже благодушие и в неприятных обстоятельствах. Так прославился этот праотец Авраам, и, достигши столь великого дерзновения перед Богом, получил дары, превышающие силу человеческого естества. Но возвратимся к порядку слова и посмотрим на послушание праведника, как он исполнял повеления Божие, не изыскивая причин их, не требуя отчета в них, как это делают многие неразумные, пытливо исследуя дела Божии и говоря, для чего то, для чего это, и какая польза от того или этого. Не так поступал праведник. Он, как раб, любящий своего господина, ничего не испытуя, старался исполнять все так, как было ему повелено. А чтобы тебе увериться в этом, слушай далее. После того, как Бог дал ему обетование и окончил свою беседу с ним, праведник тотчас исполняет повеленное ему знамение, заповеданное ему от Бога, говорю об обрезании, навлегает на Измаила и на всех домочадцев и рабов, как говорил ему Бог. Обрезывается также и сам. Стих 24. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Не думай, что Писание без цели обозначает нам число лет. Это для того, чтобы ты из этого познал великое послушание праведника, который, будучи уже в крайней старости, терпеливо перенес болезнь обрезания ради заповеди Божией. Для того-то в Писании и сделано счисление лет. И не только он, но и Измаил, и все домочадцы принимают обрезание. Не все ведь равно, возлюбленные, здоровую ли часть тела отрезать или больную. И врачи отсекают иногда больной член. Но в этом случае не такова бывает боль. Здесь отсекается член омертвелый, так сказать, и уже лишившийся жизненной силы. А там человек дряхлый, престарелый, достигший уже 100 лет, благодушно переносит боль, стараясь вместе и заповедь Божию исполнить, и возбудить в сыне своем и во всех домочадцах большую ревность к немедленному, поспешному исполнению заповеди Божией. Видишь ли, как велик муж добродетельный, а именно в том, что и всех рабов своих научает идти по его следам. Что я вчера говорил тоже и теперь повторяю, что с той поры, то есть со времени первоначального обрезания Авраама и его домочадцев, на будущее время Бог заповедал подвергать обрезание детей в незрелом возрасте именно для того, что без сознания, претерпевая обрезание плоти, они не испытывали никакой боли. Но замечая, возлюбленное здесь человеколюбие Божие и неизреченное для нас благодеяние, там, в Ветхом Завете, от обрезания только болезни, труд и никакой другой пользы, кроме того, что по этому знаку евреи распознавались и отделялись от прочих народов. А наше обрезание, я разумею, благодать, крещение, есть безболезненное врачевание, служит для нас источником бесчисленных благ, исполняет нас благодатью Святого Духа и не требует для своего совершения никакого определенного времени, как там. Но всякому и в незрелом возрасте, и в средние годы, и в самой старости дозволяется принимать это нерукотворенное обрезание, которое нетрудно перенести, но через которое отлагается бремя грехов и приобретается оставление прегрешений, соделанных во все время жизни. Так человеколюбец Бог, зная великую немощь нашу, и то, что, страдая неисцельно, мы имеем нужду в сильном врачевании и в неизреченном его человеколюбии, и сообразно тому, устрояя наше спасение,
даровал нам обновление бани и паки бытия, чтобы мы, отложив ветхого человека, то есть злые дела, и облегшись в нового, шествовали путем добродетели. Но не будем, прошу вас, хуже неблагодарных и бесчувственных иудеев. Они, приняв знамение обрезания, имели довольно осторожности, чтобы не смешиваться с язычниками, и именно во внешнем общении с ними, а своим нечестием они неблагодарные, часто превосходили и самих язычников. Но мы, однажды, приняв обрезание крещения, будем внимательно вести себя. Я не говорю, что нам не должно иметь сношений с язычниками, но, будучи тверды в своих добродетелях, мы и в сношениях с ними, язычниками, должны привлекать их к благочестию и назидать их примером своих добрых дел. Для того-то общий всех Господь и позволил жить вместе и добрым, и злым, и благочестивым, и нечестивым, чтобы злые получали пользу от добрых, и живущие нечестиво руководились к благочестию. Ни о чем ведь столько не печется Бог, как о спасении наших душ. Не будем же, молю вас, ни радивы ни к себе самим, ни к ближним, о себе будем заботиться, чтобы устроить свою жизнь так, как угодно Богу, о ближних, чтобы светить добродетелю и ею без слов поучать всех взирающих на нас. Как, пребывая добродетельными, и сами получим всегда много пользы и принесем пользу неверным, так, напротив, если предадимся беспечности и сами подвергнемся великому наказанию, и другим дадим повод к соблазну. Как, соблюдая добродетель, мы получаем сугубую награду от Бога и за то, что сами в добродетели живем, и за то, что ближних привлекаем к добродетели, так и в греховных делах наказываемся не за свои только согрешения, но и за то, что соблазняем других. Но пусть не будет этого с кем-либо из собравшихся сюда. Напротив, все направим, все жизнь свою, к назиданию других, видящих нас, чтобы могли мы с дерзновением стать предсудилищем Христовым и удостоиться будущих неизреченных благ, благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.